Всем привет, 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 привет. Не знаю, видно, видно, видно меня. Я поставила на штатив камеру. У меня сегодня вот такая предновогодняя распаковка. Мне пришла посылочка от замечательной девушки по имени Юлия. С Юлией я случайно познакомилась в двух телеграм-каналах. «Елки-иголки» и «Продажа игрушек». Ну, соответственно, елочных новогодних игрушек. Вот. Мы с ней списались, она показала, какие у нее есть варианты, что можно приобрести из ее личной коллекции. И вот таким образом Юлечка мне прислала две игрушки, которые я очень хотела у нее выкупить. Долго думала и, наконец, надумала. Вот я получила посылку на почте сегодня и хочу поделиться с вами вот такой красотой. Конечно же, упаковано очень замечательно. Спасибо, Юлия. Вот открываю вместе со всеми, смотрю распаковку. Все равно переживаю, потому что это понятно, что посылка все-таки, да, она преодолела препятствия, расстояние. Ну, упаковано все настолько шедеврально. Давайте посмотрим одну игрушечку. Надеюсь, видно. Видно плохо. Ладно, я на штатив камеру просто поставила. Пытаюсь снимать. Как получится. Вот такие вот удивительные часы. Часы моя мечта. Это часы Ирены. Безупречные, очень красивые. Давайте вторые посмотрим. Очень хотела часы. Их можно использовать, по идее, к любой елочке применить, украсить любую елочку, любую тематику. Ой, какие красивые, смотрите. Ой, они как золотые, прям переливаются, все блестят. Идеальные. Юля, спасибо огромное. Это просто роскошные часики. И одни, и вторые. Вот. И мои часы подтверждают, бьют. Я очень неравнодушна к часам. Я мечтаю вот о таких напольных часах. Но пока это все в мечтах. А мечты должны обязательно сбываться. Ну, когда-нибудь. Кстати, их даже можно и с королевской елочкой объединить. Сейчас я сниму телефон со штатива и покажу, как это будет красиво смотреться. У меня одни уже есть из серии Ирены часы, а вот мне хотелось эти еще тоже в пару комплектом. Сейчас покажу. Ну вот, смотрите, эти часы даже, по идее, можно с королевской елочкой оформить. Они будут тоже. Вот к той же деве куда-то повесить. Они будут тоже смотреться даже в тему. И даже можно их королю вот куда-нибудь так красиво пристроить. Правда? Я сейчас подумаю, куда их приспособить. Очень нравится. Очень. Они такие невероятные, просто волшебные часы. Часы времени нашего. Ну что, посмотрите, как у меня красиво получилось. Я решила повесить вместе рядом вот с этой красоткой одни часы. Она собирается на бал, смотрит на время, скоро ей пора будет выезжать. Она прихорашивается, будет самая красивая на балу. Ну и, в общем-то, вот время у нее идет. И фонарик рядом повесила. Еще здесь украсила собой наверху, чудесный, мудрый, волшебный. Вот так это все смотрится, как красиво, замечательно. Ну, пока решила, что пусть будет вот одни часы здесь. Друзья, вот вторые часы. Вы посмотрите, насколько они шикарно получились с елочкой. Ну, елочка, можно сказать, полностью готова. Танцевала я вокруг нее 2 месяца, наряжала долго. Вот так она красиво получилась, интересно. А завтра мы будем доделывать вот здесь балку.
Поэтому это пока видео я посвящаю распаковке и, собственно говоря, вот такому еще одному замечательному украшению. Юлечка, еще раз вас благодарю за такие замечательные часы. Вот так вот они у меня прекрасно теперь будут здесь смотреться с волшебными игрушечками. Очень мне все нравится. С наступающим Новым годом! Спасибо! Ура, ура, ура!